23 декабря в Новочебоксарске пройдет традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Представители всех образовательных учреждений, детских садов, школ, СУЗов, а также сотрудники учреждений и организаций и все желающие жители города в костюмах Дедов Морозов и других сказочных и новогодних персонажей соберутся в 15:00 у Дворца культуры «Химик», чтобы пройти по центральной улице Новочебоксарска до главного символа праздника – новогодней ели на Соборной площади. Участники шествия «Веселой колонны» пройдут весь путь, поздравляя жителей города с наступающим праздником и даря хорошее настроение. Возле главной елки горожан ожидает праздничная программа, насыщенная всевозможными конкурсами, в том числе и конкурсами на лучшего Деда Мороза, лучшую Снегурочку и прочих сказочных персонажей, пением новогодних песен, хороводами и другими интересными мероприятиями. Хорошее новогоднее настроение и атмосфера сказочного чуда будет царить повсюду. Каждый житель и гость города сможет принять активное участие в шествии, открывающем серию основных новогодних мероприятий в Новочебоксарске.